29 апреля в селении Сивух Хасавюртовского района состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Ас-Салама. Организаторами выступили жители и выходцы селения Сивух и редакция газеты «Ас-Салам». В программу мероприятия входит вольная борьба, мини-футбол на Кубок Ас-Салама, перетягивание каната, бросание гири, а также стрельба из лука. В соревнованиях могут принять участие все жители Республики Дагестан. Победителям и призерам будут вручены призы и благодарственные письма от редакции газеты «Ас-Салам». В завершении программы состоится вечер нашидов, также проповеди алимов о роли газеты «Ас-Салам» в духовно-просветительской жизни населения. Желающие принять участие в перечисленных видах спорта могут записаться по номеру 8-988-655-17-49.